Всем привет, друзья! Сегодня решил собрать свое барахлишко, всякое цветной металл, всякую хреньку, краники, латунька, бронза, что попалось, медяшка, алюминчик, платочек немного поднабрал, пару коробочек. Сегодня все это решил собрать перед Новым годом, отвезти на приемку и посмотреть, что у меня возьмут. И сколько я на этом заработаю? Сейчас все рассортирую, подготовлюсь и включусь, я думаю, уже, наверное, на приемке. Да, надо с платок. Да, все в пакетиках. А? Да. Так, все? Да, все это плац. Есть план. Так, алюминий. Алюминчик, смотри сразу. Крупный или мелочевка? Ну да. А, ты сам подошел. Угу. Медяшка. Раз. Ножка два. Микроволновка. 11. 11, да? Ножка еще 11. Так, белые эти краны. Берете, не берете. Сломи. Это Алексей все точил все. Нет, и это у нас еще краны. Тоже краны смесители. Латунь. Мелкая. Это тоже мелкая. А. А, печку отдельно зависимо, она медная полностью. Ну, что, вот и на 18 кило вышло. Ну, да, я не знаю. Ценник другой, ее отдельно. На 4 кило. Хорошо. А дешевле? По 280. Да, они чуть там скидывают. А почему? Мне сосед сказал. А я не знаю. В общем так, друзья, не сразу решили снимать, упирались немножко, но ничего. Ну что, получилось уж, извините за качество. В общем, все сдали, с нами рассчитались, и вот что вышло. 9200 за все. Ну, думаю, неплохо. Ценник, я думаю, вы видели. Если что, оставлю в конце. Сделаю небольшой типа прайсика. Друзья, и хотелось бы добавить. Все эти заработанные деньги пойдут на подарки детям. Они будут закатаны просто бульдозером в грунт полигона. Думаю, свой маленький вклад... Утилизацию я сделал. Хоть и маленький, но все же сделал. А в свою очередь хотелось бы вас поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать вам крепкого здоровья и удачи. И чтобы сбылось все, что вы загадаете в новогоднюю ночь. И как по традиции, всем хороших находок и удачных разборок. С вами был Утилизатор. Пока.